кайф отлично. Такое мощное дерево, ну, наверное, камера не передает. Очень высокое, красивое. Какая красота. А как называется, не знаю. Хорошо погуляла, так прекрасно, даже погодка разгулялась, даже я не думала. Видите, надо всегда выходить на улицу, независимо от погоды. И если природу любите, то и она вам то же самое, любовь свою обратно дает. Взяло солнышко и выглянуло для меня и для вас. Заварила себе чай, захотелось мне горяченького. Ну и решила с вами заодно поболтать. Что еще в отеле делать? Делать нечего. Домашних дел нет. Так можно и поболтать. А то дома постоянно что-то, какие-то дела. И все на потом отставляю. Думаю, потом когда-нибудь запишу влог, чтобы такой, ну, болтательный с вами поболтать. Но все как-то не получалось. Как-то на природе мне легче, да, вот с камерой. На камеру разговаривать, а вот так просто сесть и разговаривать, это надо еще привыкнуть, да. Когда если вот с кем-то разговаривает человек напротив тебя, это одно, да, другое дело. А когда с камерой, как-то непривычно просто. Ну ничего, привыкну. Не беспокойтесь, еще вам надоем своими болталками. Ну и сегодня хотела рассказать о немцах, обещала уже давно, да, что за люди. Прожила я здесь 28 лет почти в Германии, вот в августе будет в этом году. И, знаете, всякое повидала. Люди, они и в Африке люди, да? В каждой стране есть и хорошие люди, и плохие. Ну, хотя хорошие и плохие, это относительно не нужно так видеть, да? Всему имеет место быть, да? И плохие люди есть, и хорошие, для кого-то хорошие, для кого-то плохие, поэтому насчет этого судить просто хочу рассказать о характерах, да, немцев. Во-первых, что я заметила, западные от восточных отличаются, да, те вот, которые с ГДР или с ФРГ, совсем разные люди. С ГДР они более, там, знаете, более душевные, более такие, ну, к нам походят по менталитету. А западные немцы, они маленько такие, знаете, высокомерные, да, высокого мнения о себе, и такие маленько свысока,
знающие себе цену. Ну, да, вот такие. Поэтому был опыт общения с теми и с теми. И западные, они такие, знаете, более такие карьеристы, да, карьеру делать, деньги зарабатывать, что-то такое себе, ну, позволить путешествия или какие-то дорогие покупки, а которые с ГДР, они более такие приземленные, да, более такие семейные, более такие отзывчивые, да, и семья у них на первом месте, не карьера, а семья, да. Вот такие сравнения у меня сложились за эти года. Инго муж у меня с ГДР, и такой, расскажу сначала вкратце о нем, потому что, наверное, вам интересно, или будете спрашивать. С ГДР Инга у меня, и, знаете, такой по характеру очень легкий. Ну, вы уже видели, да, в видео он везде улыбается, это не наигранно, это он действительно такой. Он всегда такой очень легкий на подъем, очень улыбчивый, и характер у него такой легкий. Ну, это может даже еще знак зодиака, знаете, воздушный, может, поэтому еще влияет. Ну, такой очень добрый, очень такой всегда с пониманием. Ко мне всегда, всегда выслушает, уже рассказывала, да, как меня из депрессии спасал. И всегда открыто, да, семья на первом месте у него. Очень любит все мои желания, что бы я ни захотела. Всегда исполняет и всегда меня поддерживает во всем. Насчет этого я ему очень благодарна и считаю, что это так правильно в семье, да. У нас всегда равные отношения. Еще, знаете, какая-то одна подписчица, ну, может, не подписчица, может, просто видео посмотрела, написала, я в каком-то видео говорила, Инга пересматривает мои видео, потому что он самый ярый мой поклонник, ему нравится вот, что я делаю, мое творчество, и вот он с удовольствием смотрит, и насчет этого она написала. Да он, наверное, смотрит, потому что следит, чтобы вы ничего лишнего в интернете не сказали. Меня это так рассмешило. Думаю, да, знали бы вы, да, какие отношения у нас. Во-первых, он не понимает по-русски, да, как он может меня контролировать, да, или что-то мне запретить. Во-вторых, немцы, они очень тактичные, воспитанные, они никогда не будут вам говорить то, что вам делать, да, как вам делать, или... Ну, конечно, люди бывают разные, но насколько я вот с такими сталкивалась, никто никому чего-то не запрещал или говорил, делай не так, или говори не так, или веди себя нормально, или не пей, или не ешь, или... Нет у них такого. Они свободно воспитанные люди, и они других людей уважают, да, напротив себя, и никогда... как сказать, не пытаются переделать, да, или вот друг у вас, да, вы не пытаетесь его переделать, или у вас жена, муж, нет у немцев такой привычки вот как-то человека переделать, по крайней мере, я с такими не сталкивалась. И это меня так рассмешило, как хотела как раз вот рассказать об этом случае, да, с этой женщиной, которая мне так написала. Инга тоже сказала, ну, рассказала. Он говорит, ну, я же ничего не понимаю. Я говорю, ну, да. Но видишь, люди иногда невнимательно смотрят видео, да. Я видео рассказывала, что... Или видно же, да, что Инга не понимает, да, по-русски. Как можно такой комментарий написать? Ну, неважно. Пусть люди пишут, что хотят. Мне это не задевает никак, не мешает. Так, и тема дальше у нас, немцы, значит. Конечно, пунктуальные, вы это все знаете, да, пунктуальные. Ну, есть, конечно, и безалаберные, не без того, да. В семье не без уродов, есть всякие люди. Потом они, знаете, очень такие правильные, да. Вот и как воспитали правильно, вот это вот делать можно, а это нельзя. Вот так они по жизни идут. Если это нельзя, значит, это нельзя, да. Они никак не, как сказать, не нарушают ни закон, ни свои принципы, или не позволяет им воспитание.
Потом, если что-то немцам вас не нравится, они никогда вам это не скажут, да? Либо даже вот насчет языка, я помню, когда приехала, уже рассказывала в видео, и стеснялась разговаривать по-немецки, уже курсы закончила, стеснялась, а не надо стесняться. И думала, ну что подумают, да, скажут вот, или будут поправлять. Нет, ничего, они насчет этого, знаете, нормально, да, они не будут вас поправлять, или говорить, ты говоришь неправильно, или это. Они, наоборот, с уважением, с пониманием, потому что им интересно, кто вы, что вы, о вас узнать, да. Хоть на каком вы там ломаном языке говорите, это неважно. Все равно выслушают и поймут. Но, знаете, за все года и вот по работе я пришла к такому выводу, что немцы зачастую не то, что не говорят правды, а они просто... как-то эту правду не афишируют, да, она может, или он, да, независимо, мужчина или женщина, может о вас что-то подумать, или вам, ему что-то вас не понравится, но он вам никогда это не скажет, да, он про себя это отметит, в семье где-то поговорит о вас, обсудит, но вам в глаза это никогда не скажет, да, и вот мне всегда это вот мешало, потому что я по натуре такой, знаете, прямой человек. Если хорошо, хорошо скажу, да, нравится, нравится, не нравится, скажу. На работе коллега сделал нормальную работу, похвалила, что-то не сделал, сразу сказала, вот это не так, это так. А немцы, они такие, знаете, все вот так втихушку, все где-то с другими коллегами вот посплетничать, да, пойти к шефу на вас донести, вот она такая сякая, что-то не сделала, только не говорите, что я вам донесла, да, но вот она то-то сделала. Такие маленькие, иногда подленькие, вот так бы я сказала, да, глаза не, как сказать, не могут сказать, или воспитание не позволяет, или сами не хотят, а вот так вот из-под тишка или вот за спиной, вот это вот у них есть, и... Ну, и вот обсудить, да, на работе, обсудить, кого-то обосрать, вот это вот они любят. А это я вообще не приемлю, терпеть не могу, что если кого-то... У меня еще, знаете, такое гипотрофированное чувство справедливости. Если кому-то я вижу, что кто-то несправедливо, ну, кто-то с кем-то разговаривает или кто-то кому-то какую-то там подлянку делает, я это никогда не потерплю, я всегда в это вмешаюсь, да. Я такое не приемлю, не люблю. А они вот такие, они могут, да. Ну, и за это меня коллеги уважали на работе, потому что я всегда была прямая. И муж всегда говорит, ну, ты всегда говоришь правду. Говорю, ну, я так воспитана, я не могу. Если не могу кривить душой, да. Если хорошо, я говорю хорошо. Плохо, говорю плохо. Зачем вот это вот хихи, ха-ха, вот это вот загласки, да. Тут ты моя подружка, а... Ты ушла, а я тебе сразу нож в спину, да? Такого вот я не приемлю. А вот это вот у них в немцах есть вот такое. Маленько судить человека, да? И потом вот любят очень много говорить, да? Вот я такой человек, я всегда по существу, да? Не балаболка. А вот немцы, особенно вот женщины, те балаболки. И все расскажет тебе, и все, и что, и как, и... Я говорю, иди лучше поработай, что ты мне рассказываешь? Ну, вот такие вот они. Ну, что еще немцы сказать? Ну, конечно, люди разные все, независимо от национальности, да, кто ты, где ты, в какой стране живешь, важно ты, какой человек, да, что у тебя на душе, какие у тебя жизненные принципы. Ну, вот как-то подруг среди немок я не нашла. Ну, не хватило как-то мне, знаете, мне-то хватило, а немки для меня как-то, нет у них такой души, да, вот как у нас русская широкая душа, у них такого нету. И как-то, ну, а так просто, знаете, поддерживать отношения и ходить друг другу чаи гонять. Для меня, знаете, дружба – это дружба, да, это и в трудности, и в горести, и в радости. А немцы, они как чуть, мне я пошла, мне надо домой, мне, у меня семья. А так просто, знаете, проводить время, мне это, не хочется на это тратить мое время, да.
Поэтому как-то с немками не сложилось. Конечно, хорошие отношения всегда с коллегами были. И до сих пор поддерживаю отношения. И ходим с некоторыми, встречаемся, гуляем. Но так, чтобы близко, так о чем-то сокровенном поговорить, такого нету. Ну вот, рассказала вам немного. Уже заболтала, наверное, вас. Буду заканчивать. А то такие болталские видео или сюжеты тоже, может, некоторых утомляют. Ну и всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Только посмотрите, какое небо розовое. Закат такой прекрасный. Сейчас пойду еще в коридор. Там большое окно в коридоре. Там, наверное, лучше видно. Сниму вам с коридора красоту. С этой стороны вид на город тоже очень красиво.